отлично, просто нормально. Тут еще и даже с той стороны вход. Я думаю, что может быть и хуже. Оно что-то здесь не доделал. В первую очередь хочу поздравить еще раз киевлян с днем нашего города. И видите, к дню города еще один маленький подарок, который на самом деле киевляне сделали сами себе. Я очень благодарен тем меценатам, которые не безразличны, как город выглядит, которые не просто говорят, которые берутся, и мы собрались все вместе, 7 миллионов гривен, 1 000 000 гривен дал и университет Шевченко, восстановили тот забор, которому больше 100 лет, возле парка ботанического, старого ботанического сада. Мы видим, в каком он в страшном состоянии он был, висел в прямом смысле слова на деревьях в ботаническом саду. Сегодня этот забор уже выглядит полностью восстановлен по исторической справке. И в дальнейшем обращаемся к киевлянам. Если вам не безразлично, как выглядит наш город, не ждите. Берите свои руки, меняйте. У нас Христина. Христина? Ну, давай. Спасибо. Спасибо большое. Как звати? Мирослав.